Жители и гости Якутска смогут попробовать блюда 17 века. Их приготовят на ежегодном фестивале «Вкус Якутии». Напомним, он пройдет с 1 по 4 декабря. Воссоздание в современных условиях блюд по рецептам русских старожилов, которые прибыли в Якутию в середине 17 века, станет главным событием гастрономического фестиваля. Также в эти дни пройдет международный конкурс шеф-поваров «Путешествуй за вкусом». Участники на глазах у зрителей приготовят фирменные блюда, проведут мастер-классы, а производители местной продукции организуют выставку-продажу.